Привет всем! Вот уже прошло 2 недели с тех пор, как я начала преподавать онлайн через Zoom. И уже сейчас, я думаю, я могу сказать, насколько это хорошо, насколько это плохо, в чем плюсы, в чем минусы. И есть ли вообще смысл в том, чтобы переходить в такой формат лекций. Ну, сразу скажу, что, на мой взгляд, плюсов больше, чем минусов. Но по сравнению с чем? Я думаю, что онлайн-лекции не заполнят абсолютно и целиком нормальные стандартные лекции. Но если выбирать между онлайн и так называемыми on-demand, то есть просто дать ученикам занятия, и пусть они с ними там как-нибудь сами справляются, то я однозначно выбираю онлайн. Итак, сначала давайте поговорим о плюсах. Самый главный плюс, на мой взгляд, это то, что лекции в онлайн, в Zoom, они веселые. Они реально в очень хорошей атмосфере проходят. И причина, я думаю, в том, что даже как бы ты ни старался сделать лекцию веселой, увлекательной, не скучной, но все равно студенты оказываются оторванными от своих дел, их сгоняют в аудиторию, они там находятся среди людей, которых они не очень хорошо знают. У них нет возможности заниматься то есть, своими гаджетами, чем-либо, просто они сидят и участвуют в этой лекции, то есть это обязаловка. И эту обязаловку никак невозможно превратить в необязаловку, если только эти лекции не являются необязательными. А английский практически во всех университетах является обязательным предметом. С Zoom, с онлайн-лекциями, это, скажем так, появляется иллюзия необязаловки. Почему? Потому что студент сидит дома, чуть ли не в трусах. То есть даже если в трусах, мне-то какое дело, я не вижу его трусов. Если хочется проверить, почту, поиграть в игрушку, ты же все равно сидишь в одном смартфоне, ты можешь это параллельно делать, я не буду его гонять, я не знаю об этом. Опять же, никого вокруг нет, только ты, может, твоя любимая кошка. Это создает ощущение полной безопасности, то есть такой safe space. И даже обычные, самые простые задания, найдите синонимы к этому прилагательному или что-нибудь такое, они превращаются в такую игру. То есть студент чувствует, будто его развлекают просто вот через его там смартфон или что. И люди расслабляются, чувствуется вот это какое-то расслабленное состояние. Это очень, очень приятно. Мне нравится такая лекция. То есть у меня обычно на то, чтобы построить вот такую атмосферу, уходит от нескольких недель до нескольких месяцев. В некоторых классах это просто никак не получается. Сейчас это получается само собой, мне даже не нужно ничего делать. То есть вот это классно, на мой взгляд. Я думаю, что это получается автоматически, так что даже не особо нужно стараться. Еще момент, который мне нравится. У Zoom много всяких интересных функций. Например, в чате есть такая возможность, можно скрыть свой ответ для всех, кроме учителя. И это очень помогает с нервными студентами, которые боятся отвечать на мой вопрос, потому что они считают, что если они ответили неправильно, то это все, позор-позор. С такими студентами это работает просто прекрасно, то есть они скрывают ответ, я его вижу, говорю, да, это правильный ответ, они расслабляются. Через какое-то время смотришь, они уже перестают его скрывать, потому что они понимают, что это нормально, что ответ правильный, и что я их за него бить не буду. Опять же, то же самое, они могут проверить, если мы работаем в звуковом режиме, то есть, когда они должны озвучить ответ, все равно они могут проверить, они могут мне его написать, я скажу, да, это правильно, и тогда они его озвучат. Это помогает избавиться от нервов, от такой нервотрепки. Я думаю, что это позволит мне поскорее вытащить таких студентов на нормальный спикинг. Очень надеюсь. Еще момент, который меня очень радует, это возможность breakout session.
это вообще обалдеть. Breakout session — это ты берешь всех своих студентов, 40 человек, и разделяешь их одним кликом на группы. Причем группу можно, то есть можно миксовать участников, то есть тебе не приходится их присаживать. Обычно вот это разделение на группы, это, я честно скажу, нужно как минимум 10 минут запланировать просто на то, когда они все рассядутся, когда они встанут, передвинут столы и сядут, как им надо. А тут клик-клик, все, они общаются. Обалдеть. Это просто, это потрясающая функция. Я буду по ней очень-очень скучать, когда мы перейдем обратно в офлайн. Я люблю эту функцию. В общем, это тоже очень хорошо. Я очень-очень рада, что у них есть такая функция. Еще один момент, который однозначно плюс. Дело в том, что я вообще считаю, полтора часа для языковой лекции — это очень много. Даже самые-самые лучшие студенты начинают уставать. И в классе, где там по 30-40 человек, это уже, увы, вот такие у нас классы, 30-40 человек. Это тоже ненормально, конечно, но что поделаешь. В общем, в классе под 40 человек ты чувствуешь, что примерно чуть ли не половина студентов во вторую часть лекции, где-то вот после часа, да, там уже, даже уже 40 минут, они начинают утекать. Они устают, они уже так присутствуют, но уже ничего активно не делают. И поэтому все самое важное приходится впихивать в первые где-то 45 минут. Это всегда очень напрягает, потому что приходится реально вот важное, а потом уже так, там, какие-нибудь задания дополнительные и так далее. Это тоже неправильно. Некоторые учителя, я знаю, делают перерывы, но перерыв должен быть где-то минут 10. И здесь, в онлайн, можно абсолютно легально сделать лекцию до часа. То есть сессия онлайн будет до часа, а потом я даю им задание на оставшееся время, и мне абсолютно все равно, когда реально они его делают. То есть они могут сделать его сейчас, они могут сделать его потом, немножко отдохнув. Просто сделайте это до определенного момента. И все. Мне это тоже очень нравится. Это хороший такой момент. Это позволяет, ну, я надеюсь на самом деле, что можно этого как-то добиться без онлайн-лекций. Но сейчас, пока у меня есть такая возможность, я и пользуюсь. Теперь, наверное, о минусах. И здесь это даже, ну, не целиком минусы именно Zoom, скорее минусы вот таких онлайн-лекций. Это технические глюки, которые просто, их много. Их очень много, они навалились. Сервера не выдерживают. Происходят какие-то очень странные процессы, которых я не понимаю. У нас есть, на самом деле, три инструмента, которыми мы пользуемся. Первый – это Zoom, то есть для онлайн-лекций. Задания я посылаю через систему Manoba. И есть еще одна – это Respon. Это тоже такая система, которая позволяет мне отмечать присутствие студентов. То есть они получают у меня номер, они идут, заходят в систему и отмечаются, что они присутствовали на лекции. Так вот, чисто за эти две недели перечисляю, что у меня случилось. Один день у меня пропадают, обнуляются все результаты в одном классе через Manoba. То есть мне сдают они работы и все. Они получают за них 0 баллов в автоматическом счете. Все их ответы непонятно куда исчезают. Я не знаю, что это, честно сказать. Я не понимаю. Ну ладно, допустим, это какой-то глюк, хотя я не знаю, как так получилось. Следующее, студент посылает мне работу, опять же, через Manoba, и она просто исчезает. Она уходит никуда, я ее не получаю, у меня она значится как несданная. Он ее 100% сдал, и я не верю, что этот человек может врать, потому что я просто не представляю, зачем врать. Он мне потом в имейле перепечатывал вот то же самое от руки, чтобы я ему не поставила, соответственно, ноль.
Зачем это было делать, я не знаю. То есть я подозреваю, что он не врет, он просто это реально то, что произошло. Еще за это же время однажды у меня крашнулся респон, и студенты не могли отметить свое присутствие на лекции. То есть мне пришлось по старинке просто отмечать всех. Еще я сейчас не имею доступа к электронной версии моих, ну скажем, моей замены журнала, то есть списка студентов с их именами там и все. А бумажный мы в этом году не получили. То есть раздача была исключительно через электронную версию. И я не имею к ним доступа. Все это какие-то технические глюки. И из-за того, что мы работаем онлайн, вот это все и происходит. Это безумно бесит, потому что если тебе сдали бумажную версию заданий, то что с ней может реально произойти? Если ты лично ее не потеряешь, их не потеряешь, эти работы, то ничего с ней произойти не может. Они не могут у тебя рассыпаться в прах в руках. То есть они тебе их сдали, они есть. А в сети они просто могут пропасть никуда, и непонятно, что с этим делать. Я уже не говорю про то, что не у всех студентов есть нормальное подключение к интернету и так далее. Наш университет постарался в этом плане. Те, у кого нет компьютера, те, у кого нет рутера, они получают от университета компьютер, рутер на время лекции. То есть это все очень классно. Но иногда просто соединение становится плохим, ничего с этим не сделаешь. И это тоже очень, очень нервирует, надо сказать. Еще одна проблема тоже касается именно электронной, ну, всей этой электронной системы, но это уже психологическая. Я так чувствую, что когда это все закончится, мне придется отучать студентов постоянно бегать ко мне со своими проблемами. Почему это произошло? Здесь есть отчасти и моя вина. Я просто не подумала. Дело в том, что я обычно приучаю своих студентов к одной простой вещи. Если ты не уверен, то лучше переспросить. И обычно это очень полезно. Я не из тех учителей, которые делают такое вот серьезное лицо грозное. А ты что, с первого раза не понял? Нет, я считаю, что это нормально, если студент не понял с первого раза. И моя цель, чтобы он понял. Поэтому мне лучше, если студенты переспрашивают. Так в чем же проблема? Проблема в том, что обычно, когда они не понимают, они остаются после уроков и просто спрашивают. И даже если они переспросят не один раз, а три раза, сколько займет эта беседа? Минут пять. Реально. А сейчас они пишут имейлы, они пишут сообщения через ту же систему Манаба и так далее. И, честно говоря, как вы понимаете, это выливается не в 5 минут и даже не в 10. Это иногда выливается в очень долгую переписку. Причем каждый раз мне нужно подбирать слова, потому что я не могу написать просто «хай». Мне нужно что-то ему там объяснить, какие-то вежливости добавить. В конце концов, это переписка. То есть это занимает время. Вторая причина, почему они стали чаще ко мне обращаться, потому что студенты во многом сейчас остались одни. Они не могут поехать в универ, задать вопрос уютным, добрым тетушкам из деканата. У них нет этих тетушек сейчас. Им нужен имейл этих тетушек, они его не знают, как правило. Все, что у них есть, это непосредственно я, мой контакт. И поэтому они находятся постоянно в такой состоянии легкой истерики, и этой легкой истерикой они делятся со мной. Они постоянно ходят ко мне и постоянно, значит, пишут мне по каким-то своим вопросам. То есть я решаю проблемы, которые раньше я не решала и которые я вообще не должна решать. Например, сейчас я пытаюсь обеспечить студента, у которого, как выяснилось, дома очень плохой интернет, местом, где он может участвовать в онлайн-лекциях. Почему так произошло? Ну,
потому что он не знал, к кому обратиться. Он обратился ко мне. То есть теперь это все идет через меня. Я боюсь, что они к этому привыкнут. Надеюсь, что все-таки нет. В целом, я думаю, что через эти проблемы можно как-то перескочить, перейти. То есть их можно решить, их можно обойти, так что это не так страшно. Но все-таки я считаю, что нормальные, обычные офлайн-лекции лучше. Они больше дают. То есть ты видишь этих студентов, ты можешь с ними, они для тебя не просто картинки на экране. Есть, ну, к тому же, все-таки не будет такого сейф-спейса, когда они, значит, будут устраиваться на работу. Не будет такого сейф-спейса, когда они будут какие-нибудь экзамены сдавать. То есть я все-таки считаю, что чем быстрее мы вернемся к нормальным лекциям, тем лучше. Но это будет позитивным опытом. И, может быть, я даже думаю, может быть, такие, я когда-нибудь возьму сделать такие онлайн-лекции в дополнение. Например, для тех, кто хотел бы ходить ко мне на лекции, но не может этого сделать из-за расстояния. То есть я убедилась, что это хорошо, это приятно. Это тоже свой отдельный кайф. Не такой, как при обычных лекциях в обычной аудитории, совсем другой, но кайф. Так что те, кто решили этого не делать, многое теряете, ребят. Попробуйте, это очень классно, это очень классно. Вот. Ну что ж, это мой опыт. Если у вас есть ли опыт работы через Zoom или через какую-либо другую подобную программу, было бы очень хорошо, если бы вы поделились, рассказали, как вам нравится, не нравится, какие проблемы возникли. И, ну что ж, в следующий раз посмотрим, о чем поговорим. Я пока даже еще не знаю. Пока-пока.